18 апреля в преддверии праздника Ураза-Байрам в развлекательном комплексе «Форт Боярд» города Каспийска состоялось праздничное мероприятие для 25 воспитанников социально-реабилитационного центра, которые остались без попечения родителей. В этот день радость на лицах детей было не скрыть. Улыбки и звонкий смех сопровождали увлекательную игру. Как отмечает директор социального учреждения Амината Бакарова, подобные мероприятия очень важны для ребят. Хочу выразить слова искренней благодарности за такое мероприятие. Вы сами видите счастливые лица детей, вдохновлены мероприятием, которое проходит. Организаторами такого благого дела являются волонтеры движения «Твори добро» благотворительного фонда «Инсан». Они отметили, что это не первое подобного рода мероприятие, и они дальше планируют их проводить. Основная цель – это дать почувствовать детям, которые растут без родителей, что они не одни и не безразличны обществу. Сегодня мы решили организовать последний день священного месяца Рамадан, мероприятие для детей с реабилитационного центра, порадовать их в преддверии праздника Ураза-Байрам. Отметим, что для ребят была подготовлена развлекательная программа, прохождение интересных квестов, а также накрыт вкусный и разнообразный обед.